Дума прошла конструктивно, как мне показалось. Было принято решение доверить мне сегодня возглавить Думу городского округа Кинель. И это, конечно, для меня почетно, и в то же время ответственно, потому что мы понимаем те задачи и программы, которые мы донесли до своих избирателей, которые оказали впоследствии нам свое доверие, доверие нам оказали. Конечно, надо предстоит нам решить только командно, системно, активное взаимодействие между собой и взаимодействие с органами исполнительной власти, законодательной власти всех уровней. Вот только командный системный подход в работе позволит нам решить задачи, которые будут направлены прежде всего на улучшение качества жизни жителей городского округа Кинель и на решение вопросов развития, социально-экономического развития городского округа.